Добрый день, дорогие друзья! Все мои гости, мои подписчики, всем очень рада. И надеюсь, что вы все хорошо встретили этот новый 2024 год. И вот сегодня я вам хочу показать мои зимние украшения. В общем, как говорится, я опять играюсь. Придумываю сказку про зимние украшения. Посмотрите, какой красивый ангелочек ко мне попал в коллекцию. Это мне подарили. Такая милота. Вот теперь смотрите. Так зимой хочется иметь зимние украшения, но носить их как-то особенно не под куртку. Вроде как это и не хочется. Ну, на праздники одеваем, да? Но все равно... Они у меня есть. Вот жемчуг. Длинный такой. Две, как говорится, связки, да? А еще я сперва покажу вам вот этих зимних птичек. Они, конечно, такие агрессивные. Кто-то у меня, наверное, их видел уже в первых роликах. Они, видите, едят ту ягодку, которую мы все время показываем. Даже перебродившую. И они все равно это съедают. Потом они могут быть и немножко пьяненькие. И если люди пройдут, могут кидаться на них. Вот это я прочитала в интернете, да? Ну, она керамическая. Написано винтажная. Но чья она? На тарелке ничего нет. Но на Ютубе я нашла, что это Япония. Но не гарантирую. Я вообще сразу вам скажу для новеньких, что я ничего не продаю. Я коллекционирую. Я не коллекционер, я собираю, будем так говорить. И показываю вам красоту, что-то дарю детям. Ну, в общем, мне это большое удовольствие. Двигаться, ездить, искать по магазинам, смотреть красоту, разбираться в мануфактурах, конечно, немножечко. Я все не могу охватить. Ну вот сегодня я вам покажу вот такое свое украшение, которое я сделала. Вот, я думаю, что к зимнему оно очень даже подходит. Они легкие. Это все пластик. И это... Ну, конечно, у меня есть и из камней, да? Ну, как-то вот, когда я начинала украшения делать, я делала из того, что было. Ну, получилась вот такая прелесть. Ну, тут уже немножко я добавила вот чешскую бусинку. Вот это камушек. Ну, как же, я думаю, это какой-то агат. Видите, видно, они отличаются. Это натуральные камни, полунатуральные. Точно я в этом не разбираюсь. Но они холодненькие, тяжеленькие. Ну и между ними есть пластиковые. Очень люблю вот эти свои бусы. Они крупные, легкие. Я их сделала и уже одевала на юбилей сына, день рождения. И сережечки у меня наподобие. Таких. Вот такие жемчуг. Такой жемчуг у меня. Они не крупные. Натуральный жемчуг. Пресноводный, наверное, я думаю. Вот это золото. Застежечка. И вот эти сережечки.
тоже сделано вот эти, как они даже не это, не, я не могу их фокусировать. Ну, они такие мелкие, я крупные, я думаю, что это мне надо внукам подарить, если они будут такое носить. Вот это моя любимая брошечка, я ее как-то приобрела. Смотрите, как она красиво смотрится. Не было одного жемчуга. Я его подобрала, вклеила. И вот он такой блеск отдает. И вот эти средние возле этого большого кабошона или как жемчуга, но это не жемчуг, конечно, это все искусственно, но такой вот ну, красивый. Все блестит. Вот эти маленькие кристаллики тоже прям сине-зеленым. О, наверное, так лучше ее будет. Потерялась. Ладно, вот. Вот теперь подвесочку покажу. Вот такая подвесочка у меня есть. Я к ней что-то придумываю, но еще ничего не придумала. Вот такая красивая подвесочка. А вот последний раз я вам показывала, и вот это было с металлическим кольцом, таким кругом, и серая мне не понравилась. Я убрала, и получилась вот такая с жемчугом. Красивая подвеска. Так, вот. Как-то так. Это у меня часть моих украшений, которые я покупаю, делаю. Ну, вот этот жемчуг, это, конечно, винтажный, особенно вот этот. Видно, что они тяжелые, стеклянные, конечно. Такие, или они такие были, или они пожелтели, я не знаю, но они к зимнему явно не относятся. Они просто были в этой коробочке. Ну, наверное, все. Я с вами хочу попрощаться, пожелать вам всего самого доброго, здоровья, мира и всех, чтобы исполнились все ваши пожелания. Пока-пока.